смотрю истории людей. Смотрю истории людей я, как кто-то смотрит на мою. Есть горькие, есть веселее, но в основном я не смеюсь. Мне не до смеха от насилия, предательств, подлости и лжи. От безразличия и бессилия не каждый это заслужил. Мне не до смеха от неволи, болезней, голода, смертей. Я не могу смотреть без боли на обездоленных людей. Не будет для меня потехой жизнь без надежды и мечты, и не до смеха от успеха перед падением с высоты. Не знаю даже, с какой целью я это все вам рассказал, но точно, что не для веселья и получения похвал. Такие мы, и очень долго мы создавали этот мир. Теперь задача хоть немного его улучшить и изменить. О существенном и важном, существенном и важном, позабыв о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук СД.